Хай, пацаны и девчонки, всем привет, с вами Такс, Альфа и Мейсон, и мы сегодня играем на новогодней карте в CSGO в Маньяка, хей! Всем привет, друзья! Всем привет, братишки! И знаете, мне эти вот снеговики напомнили фильм «Снеговик», там, где чувак ставил снеговика и потом кидал, да, снежками в окно, и сегодня мы обыграем вот такую вот обстановочку, ну а мы начинаем, погнали! Розыгрыши, честный дроп, интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп, систему лайфтрейдов, авторские кейсы от топовых ютуберов. forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. Трынь-ты, не откройте, это почта. О, открыли, слушай, сразу. Работает всегда, вообще без остановочки. Удар как закрыл, а? Так, а я знаю, что... Погнали за мной. Подожди, у меня дежавю, пацаны. Вы, может, помните, но мы год назад реально играли на этой карте. Я знаю, что вот если здесь походить где-то, да? Подожди. 15 секунд, 15, Леша, ладно, давай, давай, побежали, потом, побежали. Потом, короче, я знал, что в полу есть нычка, но вот что-то я не нашел. Потом походишь, Леша, заходи. Мы тут побежим. Альфа, до свидания, я не хочу пока. Подожди, барашка, ты куда побежал? Так, я побежал, ну что, короче, я ухожу. Подарочек от Деда Мороза? Давай, а? Только подарочком побежал. Не будет моя смерть, поэтому как бы... А ты мне объясни, пожалуйста, куда убежал-то? Далеко, вот, далеко. Я смотрю, далеко, подарки, далеко. Кстати, пропали у нас с главной улицы. Я понял. Подожди, нормально, а нормальная тема, нормальная тема, поверь мне. Смотрю, о, ребят, мы сейчас весь дом. У нас также еще, кстати, подписчик маньяк сегодня, поэтому будет очень сложно сейчас нам от двух маньяков прятаться, но мы попробуем. Мы постараемся выжить 5 минут. Леш, ты понимаешь, мы будем сейчас выживать 5 минут. О, 5 минут назад. Я хочу, знаешь, куда залезть? Я понял. Да куда вы там не залезете? Не получилось, я найду. А давай тут станем, короче, все. Так. Ой, мамочки, он тут, мамочка, он тут. Не находи, не находи. Меня не находи, пожалуйста, пожалуйста, не ищи меня. Не находи меня, я вот здесь посижу. Я тоже посижу. Вы чё, дурачи, я в трубу залезли? Дай-ка, подожди, подожди! Не надо, Мейсон, стой, подожди, подожди! Брюнет! Ясно! Ясно, понятно, спасибо. Так, ещё одну. До свидания. Давай, Лёша, Лёша, давай, там... Нет, 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 не там. Сауна какая-то! Ёжа, Ёжа! Лёша, Ёжа! Тихо, 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 тихо. Ты пахнулся, красава. Меня не видно, меня не... Где ты? В смысле, как? Я не понял вообще. Ой! Опа! А теперь понял, да? Здорово, здорово. Здорово. Ой, давай, давай. А ну, Леша, давай. Побегаем, побегаем. Беги! Я просто жопой куда-то вылез еще. Причем он в окно видел, залазил. Давай байт, давай байт, давай гоу байт. Ой. Беги, 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 да пару минут побегаем. Хочу подарочек. Ты что меня закрыл-то так? Давай байт, бро, давай байт. Давай! Ой, давай, ой, ой. Метраж какой. Я же жирный, блин, я Дед Мороз. Понимаешь, я в окно долго пролезаю. Ну почему всегда? Почему это не работает? Ну почему ни разу это не сработало? Почему? Что ты вообще хотел сделать? Ну почему? Хоть раз могли подумать, что не будет уже такого. Ну блин. Ты знаешь, что на этой табличке написано? Давай я переведу. Нравится эта карта? Донатьте мне, пожалуйста, ваш АВП Драгонлор, Керамбит, Дамасская Сталь, а может быть АК-47 и Африканская Сетка, оружие без скина, в общем-то, наслаждайтесь. Ну а мы наслаждаемся, и у нас сейчас и тем следующий раунд. И тем временем открывается, да. Нычка, так. Ой, нычка, нычка открывается. Ну как, ну тоже нычка, слушай, на самом-то деле. Дом, в принципе, неплохой, обширненький, поискать можно. Обширненький, обширпенный. Да, понюхать можно. Давай держаться вместе. Может быть, кого-то и найду, но я не знаю. Работает ли это так? Ну, конечно, нет. Так, хайдрадар. Хайдрадар, это очень важная вещь. А в принципе, Лёш, тут хайдрадара даже можно не прописывать, так как... Нет, нет, они будут все равно видны, понимаешь? А, понятно. На карте ты их все равно увидишь, но я... Я вот, в принципе, что-то... никого пока не вижу. Так, вот я про эту нычку, да, говорил, что она почему-то сюда сместилась, или мне кажется. А Мейсон где у нас? Мейсон? Так, кто-то в подарках может сидит? Нет, никто нам сегодня подарочек не подарил. Это жалко, конечно. Так, здесь никого. Я попробую чердак прочекать, мне кажется, он на чердаке. Ой, а там не надо. А вот почему? Я там был на самом деле, но сейчас меня там нет, сразу скажу. Ты там был на самом деле? Кто есть на самом деле? Где ты есть на самом деле? Ну скажи мне. Так. Вот ищите. А окна ты ломал, Мейсон? Так, я нашел. Я ломал я. Так, это кто сломал окно? Это я сломал окно теперь. Так, Мейсон, ты меня видишь? Это самая беспалевная нычка. Ты меня видишь? Ну я слышу, там кто-то топает по крыше. И вот в стиралах ты был. Сейчас уже не знаю. А я где? Я немного перешел. Понятно. Иди сюда, иди сюда. Альфа, Альфа, иди сюда, в окно вылазь.
В окно вылазь, он здесь. Давай изнасилуем эту Снегурочку вместе. Или тебе не надо ее? Она по крыше бегает. Давай, голубей ловит, да, голубков ловит? Да, вот, давай. Нет, Снегурочка. Нет. Давай, с той стороны. Лови. Снегурочка. А ты что, не будешь? Ну ладно, я один тогда. Давай. Присоединяйся. Так, Лёшка. Лёшка, давай, пошли. Погнали за мной, Антошка. Лопату возьми, короче. Деньги грести, пожалуйста. Вот мы же сегодня как бы... Снегурочки, слушай, но Снегурочки мы весьма такие инстаграмные, знаешь, у нас... Закрывай дверь, дверь. Да что, зачем эта дверь? Она же ничего не подскажет ему ни о чем. Мне нравится эта комната. Закрывай дверь. Да, мне она еще больше начинает... Мне еще она больше начинает нравиться. И вот, ты понял, почему она... Ну нифига ты малоимущая. Ты нормально имущая, слушай. Я просто наслаждаюсь твоим внешним видом и своим скином. Так, блин, что еще нужно для счастья? Снегурочка, да, с большими скинами. Так. С красивыми скинами. Шапками. Все, давай не будем отвлекаться от дела. Мы как бы в маньяка играем, а не в виллу какую-нибудь 3D. Не то, что вы подумали. Да, не то, что вы подумали. Мы сидим в замечательной красивой комнате, также с вот таким вот хорошим видом. Фиолетовый на улице, да? Фиолетовый цвет и комнаты, да. Так. Да, короче, я так понимаю, но надо ливать отсюда. Слышал, мы через стекло разбили. Кто-то разбил. Алло. Стекло. Алло, где вы? А мы где-то? В Дискорде, вот с тобой сидим. Подарков никого нету, да? А мы там, где нас нет. Там, где нас нет, горит невиданный рассвет. Там, где нас нет. Горит фиолетовый цвет в комнате. RGB-лента. И машинка горит тоже. Зачем ты подарки проверяешь? Мы тебе ничего не хотим подарить. Я тебе даю подсказку. Мы и машинку видим стиральную, и фиолетовую комнату видим. Так, вот он сейчас здесь был. Кто? Ну, по-любому у нас два хороших варианта, да? Ага, вот стиральные машинки. Да, и фиолетовый цвет. Фиолет, бежи. До свидания, я уже убегаю. Бежи. Мне бежи. Уже это нафиг не надо, я не хочу рисковать своей жизнью. Беги. Да он залип, пошел за тобой, он меня не заметил, просто иди. Он через окно вылез и все. Куда ты убежал, а? Ну все, обхитрили. Ну давай, ладно, поищи. Что, мы тебя не обхитрили? Короче, не это слово. То, что мы подумали. Это слово, ладно. Ты там, Альфа, что, живой еще, что ли? Я что-то не понял. Да, я живу, понимаешь? Не понял. Так и сидишь дальше в этой стиральной машинке между комнатой, да, фиолетовой там дырка, которая, да? А как туда попасть? Текстурная нычка пролезет не просто. Чего? Там вот в стиральную машинку прям залазь. Ладно. Попа! Попа! О, подожди, нет! Все, Леша, тебе конец следующей серии. Следующей серии, да? Я сам догадался. А кто у нас тут в камине сидит такой красивый, а? А кто у нас лезет по трубе наверх? Ну ты сукин сын, конечно. А за кем бежит маньяк, а? А за кем бежит маньяк, а? Тихо. Ну что, отстаньте. Я тебе заплачу биткоин. Не, ну, что за заросли, алё, как? В смысле, как ты? Чё? Это имба, а что ты делаешь в трофе? В траве, а? Чё ты в трофе? Заросли, а? Я пока тут... В зарослях можно только, ну, этот... Обманывать маньяка. Да ты гонишь где? Да он побежал сзади этого, обошел дом, короче. Так, здесь я больше не буду умирать, извините. Ну все. Да иди сюда, а куда ты уже залез? О, барная стойка какая-то или что это? Обои красивые такие. Красивые обои, я прям... Он на крыше. Да куда? Захарош, сука. Все, перестань, пожалуйста. Хорошо, но я должен это сказать. Где ты? Все, говори, и все, давай. А я не скажу. Вот, все, мне нравится здесь. Он в машине, я могу сказать, что он видит. Не надо, я ничего не вижу, подожди. Давай, говори. Две машины. Сука. Так в этих машинах я. Как он может меня видеть? Нет, ты не в тех машинах. Не в тех? Дитя, тут грузовик перевернутый лежит еще. Твои девиз. Он в кусты полез, где его бегали сначала. Ну как смешно, а? Он тебя обнюхал, а? А он тебя только что заметил. Серьезно?
смысле? Он на игровой площадке. Ну, подожди, на игровой, в игровой. И все, он убежал. Он тебя. Учу, телепортнулся, но я не знаю, чего? Куда. А, вот, походу. Вот пробеги около игровой площадки, ты сразу. Это какая площадка? Игровая площадка. Мы там с тобой бегали. И прыгни, прыгни. А, ты мне еще подсказываешь, как мне правильно, да, играть? Нормально, нормально. Я тут мансую, как башенька, просто вообще, или как убегаю, вот ты такое-то, да? Да, я тебе все подсказываю. На заднем дворе, да? Я тоже могу подсказать сам себе, поэтому без альфа обойдемся. Ну посмотрим, посмотрим. А, вот и площадка, да. И чё? Да, и прыгаю около нее. Попрыгай три раза, подкрути. Там, да, собой, под ней, видишь. Короче, есть нычка, да, вот, я жду тебя в ней, как ты только подойдешь в эту нычку, найдешь ее, вот. Как, смотри, как эту нычку, там Е нажимай везде, да, Е найдешь вообще. Вот, я жду, короче, и там будет эксит, вот я уже стою. Вот я стою, короче, около нее, да, около эксита. Он тебя видит. Ты чё такой чёрный? До свидания! Чёрная снегурочка на моём окне. Ла-ла-ла-ла, я по бороде, я по ба 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 бороде. Брат, Мансуй, одна минута осталась, братка, Мансуй. Я еле как нашёл. Мансуй! Мансуй! Ой, нет! Ну я как бог просто танцевал, мансевал. Ну вот так вот закончилась жизнь моей снегурочки, а. Ну чё, пацаны, теперь у нас Лёшка, Лёшка моя. Лёшка через 5 секунд уже выходит на ваше, так скажем, убийство. Вот я не знаю, вот я хочу найти вас. О! О, смотри, что я нашёл! Подожди, 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 бро! Я застрял! Всё, Алёша, я не понял, это вы что? Алёшу не найдешь никогда больше. Ой, стой, бро, бро, подожди, стой, подожди, стой. Короче, я закрываю дверь. Раз, два, три. Иду искать. Давай. Ладно, никто обратно не залез, найс. Блин, а. Я надеюсь, не найдет он меня. Пожалуйста, у меня 10 хп осталось. Лёш, не трогай меня. Брат, ну не трогай меня, ты меня не видел, бля. А второй раз уже не прощается, на самом деле. Бля. Серьёзно? Изи просто фейл был. Фейл год, убегай. Брат, не надо. Смотри, какой красивый ножик. Брат, у тебя есть 3 секунды. Раз. Подожди, брат, стой, стой. Стой, стой. 3. Подожди, не начинай. Не начинай, бро, ну не начинай, не надо, не хочу. Первый. Ну не хочу, блин, не туда зашел. Ты не видел ничего. Лёша, брат, не надо, пожалуйста, у меня 10 хп. О, подожди, 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 подожди. Тебя-то я найду уже в любом случае. Так, осторожно мансуем тут. Осторожно мансуем. А кто радар не выключил? Я выключил радар, все записано. А вот я дедукция, Ватсон. Ух, нифига, телепорт хорошая я нашел. Хорошая коробка. Я телепорт нашел, нифига. Ну все, Леш, тебе конец. Да? Миша, кстати, конец. У меня красивый ножик, называется волны. Я у Леши тут украл. Так, а вот ты что-то зря альфа-то упустил, у него 10 хп. Да-да-да. Надо посмотреть, где Леха бегает. А, правильно, правильно, немного. А он правильно? Подожди, Мэйсон, если я выйду, он меня не заметит? Я не знаю, подожди. Что? Что-то... Он не в том месте, что ли? Так. Ну-ка, иди в другой конец. Ой. Ладно, что-то я не понял, что это? Другие крыши, что ли? Что за фигня? Какие крыши? Какие крыши? Что-то я не понял. Каких крыш нету? Он был на крыше, но ты его не видел. Все. Ё-моё, я убежал. Странно. Ё-моё. Так, ладно. Ой. Проверим дедукции. Давай я тебе скажу, вот я тебе подсказку дам, я на улице, где-то около той площадки. Окей, ты, я тебя ты был, понял. Ты был прав, когда говорил, что там где-то есть нычка. Скажу я тебе так. Ты был прав, когда это говорил, что там... Это чердак. Да, это какой-то обычный чердак. Так, мне кажется, здесь все неспроста стоит, поэтому проверим. Ты был прав. Ты не слышал, как стекло разбилось? Слышал, но я еще... Мне кажется, это байт. Нет никакого телепорта. Да ладно, вот. Нет. Убегай, убегай. Ух, Дедушка Мороз, ну пожалуйста, не надо. Приветик. Как тебе залезть на крышу? Как тебе на крышу залезть? Как тебе на крышу залезть? Стой, брат, стой, не надо! Ну не трогай, я хороший человек. Я камни не люблю.
Бро, ну нет! Айршот просто ножиком, на! Что это было? Ну что ж, пацаны и девчонки, наш видос подходит к концу. И ставьте лайк, если хотите под своей елкой найти таких же двух снегурочек. Ну а мы с вами прощаемся, с вами был Такс, Альфа и Мейсон. Пока! Всем до скорого, друзья! Всем пока, братишки!